Вот идет узенькая жилка. Вот. А это на нос, по-моему, уже. И вот эту узенькую жилочку можно разбирать. Конечно, там будет технический дрильчик мутный, шерлики, шпатлы. Вот осколок шерла. Так, как это сделать-то? Да. Снизу, конечно, лучше. Ну вот тоже шерл, но мне больше нравится. Не такое, конечно. Кварц какой. Сейчас стукну пару раз, все равно улетит. Ну вот больше нравится такой материал. Где есть шерлики. Большие, маленькие. Вот видите, иголочки шерла. Еще больше вот в таком беленьком. Ребятики, наверное. Ну вот не попался беленчик. Ну да ладно. Вот в кварце шерл. Тоже неплохо смотрится. Ну, соберу. Я сам лучше соберу. Кто, собак, кто за нас? Черт, за вас. Никита, Миша. Завод изначально. Ну, хотя бы там пильную мельницу.